Так, в Оренбургском государственном университете в июне этого года преподаватель кафедры физкультуры на стадионе «Прогресс» получил от студентки первого курса взятку за сдачу своего предмета. Сейчас уголовное дело направлено в суд. А вот в Орске следствие в отношении сотрудника технологического института продолжается. 29-летний представитель отборочной комиссии вуза за довольно крупные суммы помогал абитуриентам поступить в институт. В первый раз его задержали за получение нескольких взяток в размере около 200 тысяч рублей. Однако после того, как это событие осветили в СМИ, всплыли новые эпизоды преступления. Чтобы избежать уголовной ответственности за дачу взятки, студенты, заплатившие за свое поступление, добровольно обратились в правоохранительные органы. По примечанию к статье 290, это получение взятки, лицо, добровольно сообщившее в правоохранительные органы о даче взятки будущему фигуранту по делу, освобождается от уголовной ответственности. То есть в настоящее время ему вменяется еще 5 эпизодов совершения преступной деятельности, это получение взяток. Деньги он получал в автомобиле своей супруги, либо на рабочем месте. В настоящее время также проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы по делу. Расследование уголовного дела продолжается.